ты заебал. Ну и что, блядь. Знаю. Ты первый, блядь, разводитель этой всей хуйни, блядь. За что от спорта блядь? Блядь, а это адекватно? Да, 25 хрем... Не, смотри, блядь. 25 хрем вы даете шмот по 200 гп, блядь. А за, блядь, куб не прожатый пятихатку, нахуй. Че за хуйня, блядь? Это я. Это нормально по-вашему? Этот чувак, блядь, не спорит, а ты, сука, споришь, блядь. Да. Охуенно. Блядь, потому что на него месте могу быть я, блядь, или кто-нибудь другой, мне похую, блядь. Я не за это говорю, я спрашиваю, что за дичь? Тебе это будет уроком, дружище. Тебе это будет уроком, чтобы ты прожимал куб своевременно. Делай то, что тебе дали задание в рейде. Делай свое задание правильно, все. Не делай косяков, не будет. А то, что ты сейчас говоришь за этого человека, это человек, по-моему, сам за себя может сказать. Правильно мастер говорит? Он молчит, а ты за него сейчас впрягаешься. Он завтра обострется, ты его жопу будешь ходить вытирать? Ебать, вы вообще не вдупляете? Я посмотрю, как ты, блядь, словишь пятихатку за какую-то хуйню, блядь. Или в нем с гильды, блядь. А чтобы не ловить эту пятихатку, можно просто не тупить, нахуй. Да, либо просто не ходить в рейды, блядь. Я тоже об этом думаю, нахуй. Мужик, ты помнишь количество своего ЕП? Вот так, на вскидку. 20к где-то на варе и 9к на шамане. В процентах 500 гп. Как дохуя снизит твой прям? 500 гп это, блядь, бис шмотка в 25 хейме одна, блядь, понимаешь? Бис нахуй шмотка. В хейме, блядь. Еще раз говорю, шейпер, не нравится что-то, блядь. Ливай, все, проблема решена, на. Уже такие люди, ебаный в рот. Ну пусть варит, блядь, я не хочу ходить, я, блядь, буду только с медведем ходить, я в рот ебал. Думаю, эту хуйню каждый рейд, блядь. Нет, просто это хуйня каждый рейд, только с войдом, блядь. Вот, проверяй. Например, вчера был, блядь, рейд нахуй с медведем, когда дочь самурая ливнул с гильдии, и ничего. Топнули флот, здорово. 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 Что за казус? Медвей пришел, привет! Тихо, что за казус произошел? Ну, минус 8 гильды. Ну, предлагаю для начала решить, что мы сейчас будем делать. У меня 3 слота в рейде, и можно пойти после сурка добивать рейд. Если у тебя есть возможность пойти в рейд, то пойдем в рейд. Если есть желание пообсуждать, то давайте сначала пообсуждаем и не пойдем в рейд. Предлагаю перенести обсуждение на после рейда. Как вы, согласны, нет? Давайте рейд пройдем, блядь, а потом будем пиздеть, да, пожалуйста. Да, что время терять, таймер идет. У меня 2 слота осталось, шреддера взял. Просто пиздешь ни о чем, ребят, вот честно. Ну что такая, если бы человек был неправ, то бы в саге нахуй рейд ливнул, блядь, либо вся гильдия, на. А не такая вот хуйня, блядь, по крысичной сильно. Не двое пишет плюс. Угу, ну, потому что я зашел. Так. Че, у тебя кухня там была сегодня ночью? Да, я ж тебя предупреждал. Ну я помню. А че вы мод заставили? Че вы сделали? Ну, можно, конечно, сейчас все это рассказывать, но потом. Можно все это рассказать во время трэша. Ну, можно после во время трэша. Рейда лучше после рейда, потому что да. Все-таки время идет, час уже прошел с начала сбора. Один слот сейчас кого-то найти надо. Ну, у нас все еще таймер шел вот после вот этих вот разговоров. Ты сейчас уже, по-моему, не до таймера. У меня идет таймер. 1:05 сейчас. Минус полчаса тогда, че? Ну, ладно. Че мне, ДД танк? ДД, лимон потанчит. Сейчас лимон еще в дис надо позвать. Я релогнусь пока только. Господа, чем как вам новые инсты? Веселые. Особенно в лабиринте второй босс, который под МК берет весь рейд. А, ну стул, я со стулом там сегодня был. Ну я с Ауди прошел. У меня лицо сломалось на тычке, правда, но мы прошли. Ну и Ауди с нами был. Шейпер сказал, будет с Медвеем ходить в рейды. Медвей тут. Вот ты чё не плюсуешь? Он уже в рейде. Он уже в рейде. Мастер лоханулся. Всем привет, что делаете? Здорово.
Материмся, ругаемся, стоим перед чумой. Привет, Лимон. Жиган, Лимон, мальчишка симпатичный. Тёма, чё ты поэрелишь? Без проблем. Я сегодня последний день отработал, так устал. Пришел, блядь. Чё, тебя уволили? Нет, почему? Повысили? На неделе последний день. Чё ты жди, зайди. Зашел. А, ну зашел. Да голодня, вы трэш, чё стоять, Лёха, ребят? Ну, я могу магом зайти, если вам РДД нужен, бомжов. Больше магов. Давай, больше магов. 6 магов, в принципе. Янсу, Гребмари, заебись. Может быть, пойдем трэш чистить, нет? Че, филеш ты опять? Идем. Алло, стоп, на. Беру людей, ждем, когда будет рейдинг. Сейчас приду. Летим в рейдсы. Я говорю, я что, опять хила, что ли? Да-да-да, выбора нет. Вообще у нас потрясающая тема с локами. То 5 локов, то 5 магов. 6 магов. Прошу обратить внимание. 6 магов. Но это заявка на изи вин. Не, ну если что, я могу в холле пристать спекнуться, если надо. И там сейчас да, уже есть один. 7-м магом хотел зайти. Нинджа это у нас ДЦ. Сколько прошли до Сурка? Да. Ну, Сурка убили. Нинджа ШП. А может я в ДЦ пойду? Ну ладно, поздно. Так Воля выпала или нет? Нет, там надо. Потрясающе. Баешка лежит. То есть срач из-за шмота, которого нет. Срач не из-за шмота, которого нет. Срач за поступка, нахуй. Срач. Сколько они понимают. Срач из-за мечты о шмоте, которого нет. Который нет, да. Это как вот с Джеком Воробьем. У тебя есть ключ, лучше у меня есть рисунок ключа. А что означает, вот, если надо, типа, предмет 149 или 49 ГП? Это как понимать? Это вот. Первые... Первая цифра — это main spec, вторая цифра — это... А, все, понял. А, погоди. Дали пати лимону, нет? Да. Ну, пати. Только его убила собака, причем. Блядь. Так, остальное есть, остальное, да? Локов нет, да? Точно нет. Все-таки придется доодевать его, наверное, лок своего. Кто? Пист, ликт. Это кто? А, это вступает. Хочется разберемся. Лети, лети. Я сейчас включен. Блин, и сов нету тоже вообще. 13% РДД. Ё-моё. Привет тебе. Вот вчера на Витлике 5 дролей был. Шейпер, что-то ты своим словам, блядь, вообще не отвечаешь. Ты о чём? А то я выходил, блядь. Ну, Медвей уже орёл, ты говорил, будешь с Медвеем по-моему. Так. И чё, блядь?
Мне зайти, блядь, на шаману, типа, если что вас попустило? Так, погоди. Заходи, если ты не хочешь протестовать. Может, я, кажется. Так. Ленточка упала. Давай, шеф, заходи. Посрать вообще никого. Ну, он шаманом был там, и лемом. Ну, если КД не... А, шарпи стул выбрасывает один. Ну, понимаю. Где у меня рул? А, там этот драгма тогда в леме будешь, а этот хилиш, потому что ну, он больше дает ДПС. Хожу налево свою ленточку. Вот тебя нинджа спрашивает, ему в ДЦ спекаться или нет. Да, в ДЦ шарпиступ холиприст. Кому-то ленточка, дай войд. Рейдеру. Кому? Шредер. Что Шредер? Я говорю, что Шредер находит. Не-не-не. Мублив, кому ты передал кольцо? Нет, ниндзя мне отдал кольцо. Я тебя в пенсию. Ну так оно на тебя и было, да? Я ж тебе не знал. Нет, ты его передавал, и ГП повисло на ней. ГП на драгме, кольцо серебра, да? Не-не-не, мы не про серебра следим. Там с духом. Сейчас я ему... Алло, хилим, хилына. Чего умираем-то? Так, 5 про, а кто еще? Так. Кто что баф? Короче, ладно. Зеленый баф, он 5. Шарпистул, гимн на хп. Я даю. Уже нету. Кто там всегда говорил? У нас вайп на вонючке, вайп на вонючке. Ну, стараюсь биться. Так, хожу налево. Угу. Краски. Лимон, давай эти. Ампрота. Светится на зеленый. Вау. Опять окручки. Блять, давайте еще вайп на вонючке. Блять. Стук, где мой хилмод? Нет, ничего не бафаешь. Встали, побежали. Слишком далеко. Ну а что, типа хилы все сдохли, да? Да, да. Там троих шотнуло. Нихуя себе, я живу просто, бля. Кто покинул рейд? Не вижу. Броду, Помидоренко. А чё такое? А, он без аддона не хочет в рейде играть. Без ИБГБ. Ну так пусть скачает, блядь. В чём проблема, нахуй? Зайди в курсёж, скачай, блядь. ИБГБ лутмастер, нахуй. В чём проблема? Помидоренко тут? Кто 10 гигов? Ты чё? Это сарказм. Добивайте вдвоем. Шейп, ты зашел? Я зашел. Че не послышал? ПМ рвут. Танк, держись. Я, блядь, минут 5 уже тут на лоу хп танчу нахуй. Ура, это не вайп на вонючке. Дар смерти просто пиздатый скилл, я ебала. А ленточка вся лежит. Может, это вторая? Ага, десятая. Да. А, Гурский был в рейде, нет? Да. Был. Ведёшь? Его, по-моему, нет 10.
Я только одного не понимаю, почему он еще не минул. Вот ты пошла танчить, все здесь? Ну, зеленый бабл точно тот. Остальные. Там собак нет, что ли? Отведите босса оттуда. Нет, нет собак. А, нет, собак убили. Алиса всех убила уже. Че, ауру коня уберет? Зачем? С ней же ДПС повышает. Че, мне нравится, на 20% ДПС повышает. Хуяк. На 20% ДПС быстрее, ё-моё. Выправно. Блядь, мини-гера, ё. Ленточку отдали, хожу налево. Орел кидал. Нет, не отдаст. Давай зайти нахуй с этой хуйней. А собаки больше нет. Она не могла просто так пропасть. Сообщите тем, кто не в целка, чтобы они летели сами. Займись этим. Они уже в целку. Так, ловушки газ детектили или нет? Подожди, ловушки. Рыбавки. Давай, взорвай. Роги-то нету, кто мог газ детектить. Не знаю, агро. Ловушку ловить. Ловушку. Назад идем. Сразу первую не, вторую не надо, у меня на ловушек это можно. А уешь? У кого а лент? Лимон нахуй все еще в Долоране. Лимон здесь? Нет, он скорее всего в Дискорде с другими ребятами. Спрашивай, что случилось, попали бафли. Я даже знаю, какая позиция Лимона будет. Пятая. Как у Лимона? Браться после Дэзи Рейда. Это что за хуйня? 200-й меч. Руку. Тебе не нужен 200-й меч? У меня сейчас нету настроения шутить. А лимон это паладин? Да. Дыгым какой-то там. Налево идем на ту хлопузу. Где он? В каком канале ты сидишь, мать? Лимон, тут? Конь на мне. Вой, дай фласочку вонзаю, сейчас трейд кину. Ага. Лимон! Мне одной хватит. Она еще есть. Спасибо. Ведь... Вылези нахуй отсюда. Лука, блядь. Ёбаная рыжая меховая тряпка. А рыбка будет? Ставлю рано. Рано. Ух ты ж. Я вижу шем. Чё, мы вдвое шам пойдем? Или как? Да, нет. Драгма Велема. Так, тут эта боешка выпала одна, средняя. Шейп, давай в этот. В хила, да. Драгма Велема. Угу. Вот ставь. АФК, лимон. Пиздец. Лимон. Тут? Я подошел, надо было отойти, извините. Давай, в инст лети. Тебя же ждет. Лечу. АФК летит. Так. Давайте пока перерыв 3 минуты. Перерыв у вас, давай, 2 минуты, потом идем без квирикуров. В крайней мере, это пока мне не надоест, нахуй. Так. Тёма, я так понял, все вопросы лучше после рейда, да? Да. Окей. После рейда. Ладно, ладно. Так, ну прото разбафуешь.
Летишь. Остальные все я там бафы поставил, кому что бафать. Плащ не падал? Не знаю, я только пришел. Какой плащ? Убийца мрачного свода. Саван? Мрачного свода. А, все, понял. Хуй его знает. С кораблей падал на ловкость? Нет, не падал. О, турбо. Тут? Турбо. Идешь и метелки. Че, танком да Д? Танком. Хотя мне было похуй. Что, уже прилетел? Офигеть, медведя колба! Да уж. ДПС не дает, нахуй. А, кстати, я хочу, блядь, почекать. Так. Блять, сколько это будет? 60, похуй, пробуем так. Тёма, ты релишь? Да. Чё по квестам? Чё по квестам? По квестам? Не знаю, ты хочешь квест сделать? Угу. Я тоже сделал, но я не умею, а... Блин, да что? Успеешь, сделаем всем. Поклемон, не в напряг рейду делай. Остается надо быстро повезти, нахуй. Времени у меня нет, я хотел еще посидеть на БГ. То у меня, блядь... 254 усилка из 250, нахуй. 4 просто так лежат, блядь. Тут? Чё, шеям на голову давит. Понагибать хочешь? Угу. Да хули я вчера на одну БГ зашел. Добить третью медальку, блядь. Выиграл его за 10 минут и пошел нахуй. Выставлять аукцион. Гуски, здесь? Угу. Так, кому нужно? Тебе ж нужна кровь, да? Хожу налево, тебе кровь нужна? Кому кровь нужна? Игурский, тебе нужна, да? А чё? Она дается без квеста, что ли? Не, с квестом у тебя квеста нет. Чё, долбанулся? У меня грани нету, дети, 25 саранита возьму. А, все понял. А, в смысле? Так кровь-то дается с квестом, ёпт. Квеста там идет две крови, блядь. У него репы нет на квест. Хоть налево нужна кровь, у меня есть квест. Здорово, Гурчик. Здорово. Гурский, сними аурок. Нихуя не сниму. Чек на АФК. Мумбля тут? Да. Так, даю вам рыбу, кушайте. Соответственно, начинает вина, лимон. На пол... Лов нету, нахуй. Винар МТ, утешник Дыгдымыч. Кушаем бафы. У кого фласки водят? У тебя? Угу. Где там, да? Сейчас. Я тебя не вижу, бля. Где ты, маленький андед? А, все, вижу. Дай, пожалуйста. Так, кого фласок нету, звезде обмен кидаем быстрее. Я там дал уже все. Давал? Угу, отлично. Блять, сейчас погодите. Иди сюда, сука. Иди сюда, сука. Страшная месть. Сейчас друиды, наверное, за сердце все схватились. Да не только друиды. Так. Чек на готовность. А, метки забыл вам подставить. Чё ржёте-то, блядь? Подставьте метки. Так будет с картом. Сейчас это очень опасный звук. Ставьте три метки. Так у нас есть друид, у тебя есть лапа.
ДДшеров у нас хватает, все хилы под боссом. Отсчет на пол. Земляного тотему Драгма убери. Деру. Споры. Одну с Мелизона. Лимон, беги. Рэнджу набрали. Споры. На, брат. Рэнджу. Споры. Рэнджу набрали. Прохил рейдом. Что там со спорой всей в Мелизоне? Шейпер? Я. Там две было спор. Нормально. Пизду, обратно фурика делаем. Че, Армс? Потому что Армс без топора хуёвый, блядь. Не знаю. Спорами не сбегаемся. Добиваем босс. Алиса, поражинка есть? Угу. Отдавай. Прохил рейда. Лимона прохил. Лимона прохил до фула. Ревность есть. Лут поставил. Ну, предби стапки. Кровь хожу налево, отдай. Сколько это будет? Бейте по тапке, парни. Если попробовать так.
Мастер, да, 10. Ну, да? Кинул ему. Да, нормально, все нормально. Или 10. Могу кресалки отдать. Да, ну, спросит. Турбас, поставь стол. Так, кстати, что за долг? Кто? Ты мне ДС давал. Турбойс, что-то ты вчера был онлайн перед Викликом, а потом лохнулся, ты ушел куда-то? Да, мне там срочные дела были, я никак что-то... не мог. Мне что-то говорили, тебе кату надо сделать вторую. Да, надо. О, подожди, бля, меня нахуй. Мне осталось 23, блядь. Чек на готовность. Ну, подожду, ничего страшного. Вдвоем потом просто сделаем, да и все. Все готовы, соответственно, лимон на этих. Чё-то на пол. Это нормально, что чувак забирает сапоги, блядь, когда у него такие же? Все под босс. Нет, нормально. Все под босса, кроме танк. Это предбисовые тапки на РДД. Так, и у него такие же стоят. Ну, а то у него другие, а не такие. Может, у него этой паутины смерти? Или как? Не надо диспелить. Диспелить? Да, сори за диспел. Сори. Это не Гера. Скорее всего, у него были с меткостью, а он взял с хостом. Ну, с хостом сейчас. Ну, они точно такие же поставки. Нет. У них чуть-чуть статов меньше. Ну зато он теперь с Гера по приору заберет быстрее. Там 260-264. Вы про что вообще? Про ботин. Кому ушли? Дикость. Дикость. Ну и что? Он тратит же в своё ЛП. Ой, в своё ГП, соответственно, сюда. Свой ПР вообще. Дикость отдай. А кто второй постановил? Не знаю. Дикость, ты потом будешь забирать Гера, заберёшь там пол ГП. Почему за фул? Он будет забирать если минор. Если эти будут у него, он не заберет за фул ГП. Если у него этих не будет, он заберет за фул ГП. Естественно, разница получит. Что на то и выходит, что он с Гера заберет, что, блядь, с обычки потом разницу получит, блядь, с Гера. Просто если тебе сейчас они не заходят, отдай второму попе, видите. Взрыв, приготовились. Сейчас скажу. Отбежали. Отбежали все быстренько. С центра. И с лужи вышли. Обратно. Бегом. Нет, медвейна на двух боссах в СЛК, ретрики побольше ДПС, чем на остальных. Это тут и на тухом. Смотри, потому что они трупы? Нет. Насколько я знаю, вроде бы у них снижен армор, у них необычный армор, у них ниже армор, чем остальных. Все они потому взрыв. Что буря после изнянки. Тише. Вот. Взрыв. Побежали с центра. Отбежали с центра, быстрее. Да ебать, приёб. Блин, захилили бы, там на мне чума была.
Так, да где он, не беспокойся. Просто какие-то были, нет? Да нет. Пока не было. Опять на кровь. Блин, синдром. А был дисконт? Нет. Да неужели объект упал? Что-то осколки крестом летели. Так, секунду. Кто ролил? Мистер Дэйбэтер ролил ботинки? Плюс-минус чат. Ага, так. Тайномаг. Нет. Мангиал. Ага, Анкил. Нет. Так, шейп ролил? Ниндзя, шейп. Шарпистру ролил, парни, отдайте. Драгма. Шарпистул ролил. О, это я, да. Так. Соответственно. Гикость, подойди назад, пожалуйста. Чтобы тебя видел. Где? Сапоги. Вижу. Сапоги линкани мне, пожалуйста. Дикость вас игнорирует, пишет. Терелогнуться нужно мне, наверное. Так, а да когда отдадите, тогда начислю все. Ну, он агрит, нахуй. Тайномаг пока что сролливает. Все, спасибо. Надо, прям до жопы. Снимите ГП. Аркан? ГП дикости. Он отдал? Кому там надо, Аркан? Да, он отдал, да-да-да, дикости ГП снимать. Сколько ему начислялось? 412, да? Угу, сейчас сниму. Все равно файры делаешь. Спасибо, дикость. Так, шарпистул, да, получил? Да, да, да. Че, заходим, че? Ну, нормально. Сейчас я подбегу. Предбис боги с приором 2 получил. Нормально. Есть, халпа. Так, заходим, заходим. Драгма, подхиливай себя. О, сколько у меня нагнало, блядь. 14. 14. Это 4. 10. Пробую, блядь. Можно квест попробую сделать? Да, да, я же сказал, да. Надо кому-то. Есть там, такие, да? Кто-то тактики не знает. Нет, не нужно. Зачем? Я же могу пушку сменить и ударить его. Да. Можешь? Прям сейчас сяду на нее. Можешь ли ты его танчить на стаках? А ты в танке хочешь? Ну да, а чё, я все равно в кубке буду. Чё, он просто зайдет в кубке за грани, заюзает, после этого выйдет, все равно Алиса будет танчить первым. Там ее нужно ударить один раз после куклы, да. Потом убить. Если ты сменишь пушку, у тебя походу снимется дебаф. Ну, да. Тогда сразу накину. Так танчить-то надо будет его, там, менять же пушку. Так я не смогу пушку поменять? Если поменяешь пушку, баф спадет. Mm-hmm. А как тебе надо просто перед убийством босса сделать тычку с гранью и все. Ну что, давай так. Ну давай попробуем. Если не прокатит, значит на следующее КД сделаешь, хорошо? Короче, я в танке. Грани перекину, ударю. Грань только не забудь одеть в куклина. Да, в кукле. Перед куклой, точнее. А скажите так, на всякий случай, вдруг я по-другому проходил. Так, тактика под зеленой коловой. Стандартная тактика. Да, по той же. Блять, сейчас я релоуд пишу, блять, меня это бесит. Господи, вам не надо знать тактику. А РДД хилы в одной точке стоят или бегают? На одной. Понял. С каким же удовольствием я власть сейчас распылю.
Не, затестишь именно лимон, если поменяешь пушки на одноручку. И... Так, а господи, ты что, пойдешь на ханте? Ну да, ну да, он говорил, что есть босс. Может, еще на кого напало зайду? На Ваньку-то можешь зайти. На... Ты можешь на совет зайти, на совет, на Ваньку, на а на этих таких пока что ДПСа нету от паладина. Куда кикна? Этот, как его, зеленый бабл. Заходи в шкурки, если ты в хилботе. Где там? Исцеление, убирай. Рей... Исцеление, рейд, убирай 6, 7, 8 и все. Не ебешься мозги. Есть эрдру мубле. Так, эрдру есть, соответственно, эрдру мубле. Хот и чушка. Смысла нет. Хорошо. У него смысла нет, у него не вкачано. Ну, если не вкачано, значит, лимон делаешь сам. А можешь повторить по хилбот, как отключить группа? Смотри, заходишь, хилбот. Курки, шкурки, да? В шкурках. Исцеление. Ага. Зашел, видишь, там еще 3 вкладочки, рейд есть. Да. И видишь группы, убирай галочки с 8, 7 и 6. Угу, понял, спасибо. Так, ладно, это потом, если надо будет, вкачаешь, чтобы лимон не... Кого фласку называется? У Вайда возьми фласку. Звезда. Соответственно, делаем квест. Лимон, постарайся, вдруг, короче, получится, так заебись, не получится, ну а что поделать? В следующий раз просто пойдешь в ПДшник и... Шредер еще надо делать. Шредер уже есть, у меня. Ну я постараюсь не обосраться. Мне надо делать. Так. Я его, правда, делал 2 года назад. Шредер сделан, у Шредера надо синдру. А чек у него ладно разве сделан? Да, вроде. Дайте фулбафы массовые. Что-то я вот тебе обмен не могу. А там кидаем. Мас баф, по ханту, пожалуйста. Мистер Дейбатер, жрите рыбу. Кушаем рыбу, аддон не для слака стоит. Встаем по местам, на пул на винар, винар знает, что делать. Смотри, что-то поменялось, лимонное, ну, до пула. Так, еще последний чек на готовность. Эмпатия с драгмы. Да ладно, хуйня. Все, все готовы, чек на пул. Блять, у меня проценты не гублены, сука. Кто-нибудь по зеленым. По зеленому играем быстрее. Оперативно все играют по зеленому. Слушай, выходим, все делаем оперативнее. Быстрее, 5 секунд было. Да, не успеем довести. Ничего, нормально. Там. От красного отошли. От красного отошли. Пусть выбирает цель. Вокруг круга бегать? На РДДшнике по часовой. Милишники против. Побежали. Бьем красного. Все по красному, вот ремень. Был уже, да? Да. Уже пролетел. Добиваем. По профу. Бомбы не ловим. Лужа. Лужа не надо анонсировать, вы сами должны ремень. На РДД встаньте, пожалуйста, вон на точку.
готовимся по зеленому. Пельмень. Тайна маг отблинковалась не в ту сторону. В следующий раз. Там пельмени просто... были. А, все, понял. Тогда красавчик. Тогда красавчик, не прикольно. Кто словит пельмень, ребят, скажите, сколько он наносит дамага, пожалуйста. Если кто-то словит. Соответственно, лучше не ловить. Пельмень. Слушай, колбы не ловим. Готовимся по красному. По красному играем. Пельмень. Готовимся по зеленому. По зеленому играем. Блять, плохо. Убегать должны отбежать. Уже лимон. Царь обезьян на хп. Что-то тут прохил. Пельмень. Лимон быстрее всего ждет. Блять, лимон, что-то я плохо служил. Давай, 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 давай. Тыкай на. Там нон-стопом кнопочку тыкай. Он знает. Он знает. Голубо медики тащи. По красному. Готовимся по красному. Пельмень. По красному играем. Сейчас преступно хп. Отошли. Блять, засрали комнату. Не убьем. Ложимся. Прибал ужина. Ложимся, ложимся. Не одну проебал. Диван дайте. Отойди к двери. Я дал, потом не мог. А чё так лужи ебаны пьют? Прослакался на луже и всё. Ну чё ты? Ты как прослакал служить, Бон? Ну он, наверное, одну оставил, чтобы потом её подпевать и грань зарядить. Не-не-не-не-не. Это проебал хуйня. Момент. Одну, на, то есть подпеваешь и... как его? Когда ты выходит, его не тебя не должно. Да. Каждому давали больше попыток. Попыток. Нет, дальше идем так же пушку сделать. Ты сейчас в танке. Чекаем все равно. Один ход. Так, рыбу поставил. А у вас друид надрессировано, нет? На что? Ход давать. На хоты он не будет давать. Точнее, он будет не на смысле будет нет. Давать хоты, потому что у него не вкачан скилл, ребят. Это делается без хот. Все это профессионально. Лимон, не оставляй лужу даже одну подпевать. У тебя будет... Не, подпевать может оставить. Не, ну, соответственно, когда одна осталась, подпеваешь. Ну, блядь, не первый раз. Делай все так же, как и без квеста, только, блядь, растягивать чуть подольше. Ну, бля, сними с себя диван. Кушаем рыбу, бафами все. Сейчас ты бафы нахуй снимет, на диван не снимет. Ну, бля, давай, снимай. Угу. У меня просто на себя одна строчка стоит. Да, бодрение хуёво, что, конечно, не вкачано. Очень хуёво. Ладно, похуй. Так, как обычно. Я вам метку поставлю, то это... Блять, не поставлю чек на том. На ком уже? Наконец освободился. На лапу дайте. И на профи. Ну, бля, дай лапу. Угу. Раб, готов? Угу, отчет на пол. Блять, рано, ребят. При слове атака только нахуй запуливает.
Господи. Готовимся по зеленым. По зеленым играем. Первое откидывание милишники, запомните, вас должно откинуть, блять, к РДДшникам. Ах. Вонзай, очень плохо. Никогда не подбегаю сразу. Да я чаржнулся. Вот этого не надо делать. Му, бля, лестница вонзай. Должны перевести. 0,7%. Молодцы. Бафнули вара сразу. Вонзай в стак и расколы. Ага, окей. Что-то я ничего не чувствую. К Назарок помогающему, если ты фурик. Да ничего, я справлюсь. Тебе не надо все сразу стак. Пельмень. Готовимся, сейчас колба будет. Не словить. Готовимся по красному. По красному играем. Пельмень. Алиса, не засыпай. Готовимся по зеленому. Видите, это же. Полбу не словите, по зеленому играем. Пельмень. Добили. Готовимся по красному. Пельмень. По красному играем. Красавчик прыгнул. Пельмень. Готовимся по зеленому. По зеленому готовимся. По зеленому играем. По хил рейда. Мурбетер на хп. Уже нормально. Давай, 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 ливаем. Пельмень. Ты бы заюзал? Да. Он не был раньше. Из полминуты до берса. Нормально. Готовимся прекрасно. По красному играем. Быстрее, 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 быстрее. Пельмень. Блинковаться не надо раньше времени. Лучше беги просто. Этот блинк может понадобиться. Дайте гимн на ману под тотем. Я давал уже. Дай гимн на ману. Царь обезьян, дай гимн на ману. По зеленому под готовимся. Под зеленым лужа. Лужа. Лимон. Пельмень. Я вижу. Там на танк кинулась прям. Это плохо. Блять, вот.
Повезло нахуй. Стоите близко к зеленому, значит отходите, шейп. Не слакай. 3% за переход. Будет слизень еще, 2%. Стопнули. Пока что нет. Стопнули. Пельмень. Пельмень. Подбивайте пока. Стоп, 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 стоп. Пошли по красному. Быстро доливаем красного, переводим босс. Лужа, допивайся. Переводим. Все, стаки обновил. Блять, хуёво. Не допивай, допивай, допивай. Нормально там, это маленькая. Теперь надо убить. Ведёшь по луже, от лужи. Сейчас объебу ему. А ну попробуй поменять пушки, если можешь. Что, сразу раздаём или потом? Делаю атака должна. Подойдёт. Геру. Ну да, вот я с щитом, с пушкой. Нормально все? Ну я ударил ее. Тебе надо в конце будет ударить, поменяешь. Хожу налево, готовься по именам отдавать диван. Отводи чуть-чуть. Бейте в лицо, иначе ёбните, блядь, химические бомбы, отводи. Я могу дать духа, похожу налево, чтобы он не умер. Да, нормально. Четвертый стак ему забираю, диван на Эвинар, хожу налево. Пельмень. Дух не сработал. Он не пахнет. Если бы так пахало, блядь. Отходи. Бомбу лучше ставлю. Секунда, медики побежали. Колба. Пельмень. Рано. Ты видишь? Да. Чтобы есть гимн на ману. Димон, перед тем, как будешь забивать, попробуй куху назад надеть. Да, забирай, Алиса, быстрее. Так, доливаем. Димон, пушку одевай. Надел. Луплю. Белые атаки пошли, отлично. Лужа, отводи. Пельмень. Сколько бафа еще осталось, Димон? Висит пока. Выполнено. Спасибо большое всем. Огромное просто спасибо. Великая победа. Сейчас интересно. Я жалко не с первого раза, сука, я там, блядь, я там затупил. Сколько осколков за этот рейд уже упало, наверное, с каждого? Три. Просто, Лимон, тут одну лужу, если проебал, все, пизда, ты не выпьешь. Я на пауэр захожу. Да-да-да, я там на 40% проебал лужу одну. Так что нельзя проебывать, кто будет делать квесты. Лужу проебали, до свидания. Два покорителя. Да ладно, больше никому квест не нужен, кроме Лимона, да? Ну да. Что еще там? Лана, Синдра. А ты Синдру сделал? Нет. Ну и не сделаешь. Ну блин, тебе два отдать? Да если можно. Групп лут на трэше поставьте, я пока что покажу, мне телефон называют. Думаю, я пока сдам ответ. От души. Может, на трэше другой кто-нибудь поэрэлит? Вон, вот есть. Я бы воздержался.